Ассаламу алейкум всем, дорогие друзья, с вами я, Нариман Шеф, и сейчас мы будем готовить, мариновать крылышки KFC. Так, следим, значит, что нам нужно? Соль, солим. Так, далее добавляем, у нас вот такой есть, такая паста, перечная паста, прям две ложечки добавляем, очень хорошо. Далее обязательно мука, я вам объясню, для чего она нужна, кетчуп. Немного кетчупа добавим, так. После добавляем острую соленую паприку, вот так. И, конечно же, приправа для курицы, которая придаст просто невероятный аромат. Ну и, конечно же, пробитый имбирь с водой. Добавляем пробитый имбирь с водой, вот так. Немного добавим одну ложечку нашего пробитого чесночка, чесночной пасты. И это все мы начинаем перемешивать. Так как мы быстро все это делаем, перемешали, видите, для того, чтобы сохранить, именно чтобы маринад оставался и у вас получились в дальнейшем хлопья, что нужно сделать? Нужно добавить еще муки. И у вас вот такой вот получится, смотрите, маринад, где ваш маринад останется на крыльях. Оставляйте его в холодильнике на 4 часа, после уже будем панировать, и я вам это покажу в следующем видео. Все будет идеально.